Привет, я Дмитрий Фреско. Сегодня не будем готовить, а поговорим о выборе самого важного инструмента на кухне. Вы думаете, это нож? Вы угадали. И самый главный среди ножей – это шеф-нож. Им выполняется 95% работы на кухне. Обычно эту работу выполняют поварята. И, естественно, все они хотят когда-нибудь вырасти в больших шеф-поваров. Поэтому они выбирают себе самые большие ножи. Иногда девушки пугаются большого ножа. Мол, не подойдет под размер руки. Девчонки, не бойтесь. Когда вы только начинали ездить на велосипеде, он наверняка вам казался громоздким и неповоротливым. Однако теперь вы добираетесь на нем из точки А в точку Б значительно быстрее, чем пешком. Та же история и с ножом. Шеф-ножи бывают разных форм. Это европеец, это японец. Японец такой страшненький не потому, что он плохой. Это очень хороший нож. Он сделан из углеродистой стали. Она очень хорошо точится, но, к сожалению, ржавеет. Европеец сделан из нержавеющей стали, хромолибден-ванадий. Он не ржавеет, но зато и точится похуже. Основное отличие между ними – форма режущей кромки. У японца она почти прямая. И основной способ работы с ним – это вертикальное движение, по сути, рубка. По этой причине японец значительно более требователен к остроте заточки. С европейцем мы работаем по-другому. Закругленная форма режущей кромки позволяет нам делать режущие движения, при которых режущая кромка не отрывается от поверхности стола. Смотрите, происходит продвижение. При этом способе острота заточки уже не так важна. Это было длительное вступление. Если вы уже начали засыпать, подождите. Про японские ножи я ничего говорить не буду, потому что практически не пользуюсь таким способом нарезки. А снимаю сегодняшний ролик, чтобы рассказать, на что обратить внимание при выборе европейского шеф-ножа. Поставьте нож режущей кромкой на доску. Он должен плотно прилегать к поверхности без малейших зазоров. Из-за неаккуратной заводской заточки на конкретном кованом ноже пятка бойстера может выступать за кромку лезвия, образуя зазор, как на филейном ноже. На некоторых экземплярах шеф-ножей этот зазор достигает миллиметра. В результате при шинковке лезвие ножа будет не до конца разрезать продукты, и вам придется потратить больше времени на их обработку. На этом ноже бойстер имеет губы, и они внизу переходят в толстую пятку. Если на конкретном экземпляре ножа эта пятка будет выступать за кромку лезвия, то для стачивания такого толстого куска металла придется потратить много времени. Этот нож не имеет такой проблемы. Второй момент. Обратите внимание на аккуратной сборке ручки ножа. Накладки должны плотно прилегать к металлу. Любые зазоры – это место, где будет скапливаться грязь и жир, и в результате накладки со временем могут разболтаться. И последний неочевидный, но очень важный момент. При правильном удержании вы зажимаете лезвие ножа между указательным и большими пальцами. Нижняя фаланга указательного пальца в таком случае упирается в край обуха. Поэтому обращайте особое внимание на обработку кромки обуха. Несглаженные края могут очень быстро набить вам кровавую мозоль на пальце. Если вы любите проводить время на кухне, имеет смысл потратиться и купить самый большой, в смысле самый лучший нож из тех, которые вы можете себе позволить. И он прослужит вам долгие годы, если вы не забудете, что каждый нож – это яркая индивидуальность. Он не любит быть в толпе среди других ножей в ящике стола. Он не любит, когда его бросают в мойку. И он не любит чувствовать себя тупым, как и все мы. На сегодня все. До встречи в следующих выпусках. Пока! Подпишитесь.